Доброе утро, дорогие друзья! В нашей недельной главе говорится о том, что Всевышний обращается к еврейскому народу и просит Моше Рабейну передать им, что придет время, когда все другие народы признают, что еврейский народ имеет особую роль в жизни, что другие народы оценят их старания и оценят их преданность Богу, а также увидят их особенное предназначение в мире. Когда придет Машиах, всем станет ясно, как существует этот мир, кто его хозяин, каким образом осуществляются все его законы. Тогда другие народы будут стараться во всем, чтобы помочь еврейскому народу исполнить нашу самую важную миссию – раскрыть потенциал этого мира, приукрасить его и сделать его настоящим, чистым и прекрасным. Замечательного дня, прекрасного настроения, удачи во всех делах и счастливого Нового года!